В культурно-спортивном комплексе «Металлист» открылась выставка работ магаданских художников «Здесь начинается Россия». На ней представлено более сотни работ профессионалов и начинающих авторов. Магаданцам следует поспешить ее посетить, так как в предстоящую нерабочую неделю, введенную из-за коронавируса, «Металлист» закроет свои двери. Среди интереснейших и профессиональных работ, представленных на вернисаже, выделяются 11 портретов колымчан, созданных известным магаданским художником Александром Пилипенко. Съемочная группа «Вечернего Магадана» встретилась с автором на выставке, и Александр Васильевич поделился с нашими телезрителями своим мнением об этом культурном событии. Ну, мне кажется, сейчас это очень важно не только для Магадана, для всех, вот это информационное поле, потому что, простите меня, засилье, не совсем профессионального искусства найдет и все. То есть можно говорить красиво об уровне культуры и так далее. И мне кажется, что вот такие выставки профессиональных художников, они дают некий камертон, задают некоторую планку, то есть показывают истинный ремесленный уровень, и это всегда очень важно. За последние годы, по мнению Александра Пилипенко, появилось много хороших косторезов, что позволило проводить третью косторезную выставку в качестве международной. А это очень важно. Вместе с тем, к сожалению, художников-живописцев, графиков становится все меньше и меньше. Более того, они становятся все старше и старше. Видимо, на такую тенденцию влияет и некий меркантилизм. Художникам быть невыгодно. Я не знаю, мы становимся старше, это раз, и... Я с глубоким уважением, например, отношусь к Александру Мягкову, который берет темы очень тяжелые, значимые, и знаю искренность этого человека. Это поднять темы истории нашего края, это и очень сложно, и очень ответственно.